очень. Но Даня, Данечка, я прям верила в него. Я знала, что он потащит, если будет сложный момент. Они были, и он красавчик. Я очень переживаю за этот матч. Давайте постучим по дереву, чтобы у Дани все хорошо было. Я готова. Ну-ка. Он красавчик, на самом деле. Он очень переживает, и он готовится. И очень ответственно подходит к этому. И вот результат. Мы, собственно, его видим. Я всегда в роли болельщик. Более того, я в эфире всегда говорю открыто, что я поддерживаю Локомотив, и когда хожу на трибуну, всегда кричу. А хожу я почти, ну, очень часто. Ну, я вообще-то азартный болельщик, да? И я вот сегодня зашел в атмосферу такая, я уже на подходе к стадиону чувствовал такая энергия. Зашел вовнутрь, еще больше почувствовал энергию. И вот, к сожалению, вот эти ковидные меры, вот неполная рассадка, а так бы я представляю, что здесь происходит. Первый тайм очень впечатлил игрой Локомотива. Постоянный прессинг, в принципе, ничем не уступали Лацио, и были моменты, хорошие подходы, но жалко, не воспользовались этим. Но по второму тайму, если мы, ну, да, вот как раз момент. Последняя домашняя игра, и собрался практически, ну, по сегодняшней, да, ситуации, очень много народу собралось, да, болельщики хорошо поддерживают.